Проснулись, спалось хорошо, путь наш сегодня лежит в Одессу. Едем домой. Возвращаемся из Константы также по автомагистрали. По дороге подъезжаем к двум впечатляющим сооружениям. Это мосты через Дунай и Притоку. Данные мосты были спроектированы молодым инженером Ангел Салини более 120 лет назад. Мост спокойно прослужил почти 100 лет, и после этого был параллельно еще построен один уже для автомобильного транспорта. В целом этот мост очень впечатляет. Так как я уже говорил, дороги платные, оплата проходит, ну, здесь, в частности, оплата только за пользование мостом. Плату снимают в конце, когда ты проехал через мосты и потом осуществляешь оплату. По дороге в Украину мы проезжаем город Брейла. Данный город был основан греками из Истрии в 5 веке до нашей эры. Город был основан как перевалочный пункт, море, река, так как здесь протекает Дунай. Расстояние от города до границы Румынии и Молдовы 50 километров, поэтому мы скоро покинем эту гостеприимную страну. На границе, как всегда, видим очереди, но есть место для того, чтобы мотоциклисты могли так тихонечко протиснуться между машинами и подъехать в первую очередь. Румынские таможенники особо этому не препятствовали, поэтому быстро нас проверили, долго не задерживали. Ну, это было такой быстрый переход через границу. Молдавские пограничники вообще нас не проверяли. Когда мы подъехали, они просто начали нам махать: давайте, давайте, проезжайте. Ну, многие знают, что это транзитная часть до украинской границы, очень близко. И при выезде с Молдовы, получается, когда заезжаешь на украинскую, здесь одна общая граница, Молдова и Украина. Ну, мы уже практически дома. На границе тоже были украинцы, которые также путешествовали по Румынии. Они были на Трансальпина, Трансфагараж и вернулись. Границу мы перешли быстро, практически в одном окне молдаване принимают, в другом сразу же украинцы ставят печати. Ну, сейчас дорога лежит полностью по Украине. Через Измаил мы его объехали стороной. Прекрасные виды Дунайских заливов. Очень красиво было ехать. Под Белгород-Днестровским еще есть один такой небольшой участок молдавской территории. Ну, здесь все очень просто. На въезде тебе дали бумажку, на выезде забрали. Даже не проверяют никакой ни багаж, ничего. Просто такая приграничная зона, на которой стоят пост контроля. We
дорога хорошая. Раньше трасса Одесса-Реним, она была ужасная. Сейчас ее сделали. Поэтому дорога от границы до Одессы прошла на одном дыхании. Ехать легко. Повторюсь, трасса великолепная. Доехали до Одессы. На месте. А эти пять честно отработанных мотоциклов полностью готовы. Да, Дима? Да. Мы это сделали частично. Еще домой. После поселения мы пошли погулять в Аркадию. Отель находился рядом. Отдохнули, поужинали. Завтра едем на Киев.